Что любят наши мужчины? Ну, конечно же, чистый шоколад. А если там будут добавок орехи и вареное сгущенное молоко, разве можно устоять? Догадались, какой десерт мы будем готовить? Конечно же, торт Сникерс. В интернете есть куча рецептов этого десерта, но большинство из них содержит в себе столько много элементов, что голова кругом идет. Мы постарались максимально упростить рецепт, чтобы не стоять долго у плиты сутками напролет, и на подготовку уйдет времени намного меньше. Но это того стоит. В составе торта будут шоколадные коржи, крем на основе вареного сгущенного молока, жареный арахис. Выравнивать торт мы будем крем-чиз, но не обычным, а тоже с шоколадом. А сверху еще глазурь из молочного шоколада и украшения на свой вкус. Вначале стол для юбиляра. Это моя тарелка. Здесь морское ассорти, всевозможные моллюски, гребешки, рыба речная, это щука фаршированная, холодец, это семга запеченная с баклажанами, помидорками, перцем. Очень вкусное блюдо. Это наши драники с мясом. Очень тоже вкусная и с помидорками своими домашними. Здесь куриные роллы с начинкой всевозможной и с картошечкой и помидорки, естественно. Здесь домашние колбаски, ну, холодец, там заливное с рыбы. Ну, все так, все скромно. А теперь наши торта, которые мы пекли с невесткой. Я для детей пекла медовик, а невестка пекла торт Сникерс называется. Это какой-то шедевр и вкуснятина просто бесподобная. Так что сейчас мы будем разрезать сначала медовичок маленькому самому нашему внучику мы нарежем. Капкейки делала невесткам, очень вкусные. Тушит свечечку дедушку обязательно. Это самое главное у нас, который еще не спит. Вот хотели перевернуть и пожелать дедушку 90, но не получилось. Ну а сейчас будем резать основной наш торт медовичок. Главный наш претендент — это бабушкин шедевр для внуков, потому что Сникерс там, вот он, видите, какой разрезе вкусный. Самое главное, что малышок наш кушает. Вот. Пробует уже бабушкин шедевр. Ну, я разрезаю, пробую разрезать Сникерс. Режется очень туго, тяжело. В этом торт тяжело режется, передаю невестке. Торт Сникерс — это настоящий шоколадный батончик, только большой. Здесь найдете и глюкозный сироп, и карамель, и нуга, и арахисовое масло, и шоколадный ганаш. Торт Сникерс — это настоящий подарок юбиляру, который любит арахис и шоколад. Красивый он получился, высокий и очень эффективный тортик. Рецепт мы взяли из открытого источника интернета. Торт Сникерс стал теперь одним из моих любимых. Если вы хотите порадовать своих близких чем-то вкусненьким на десерт или ищете проверенный рецепт домашнего торта, то я вам рекомендую приготовить такой хотя бы один раз. Торт Сникерс — это домашний сытный Сникерс, настоящее лакомство. Но у нас вот получился вот такой вот красавица шоколадный торт с карамелью, арахисом. Это уже точно и честно можно назвать, что это большой большой Сникерс.